Вас приветствует Алена Ариес. Через 3 минуты ваш мужчина точно 100% позвонит. Для этого представьте своего мужчину с открытыми или открытыми глазками, как вам удобно. И позовите его. Позовите его 3 раза, желательно вслух. Если невозможно, то тогда про себя. Тоже работает. А затем почувствуйте, прислушайтесь к себе, к своему телу, после того, как мужчину позвали. И спросите свое тело, а что же мешает вам, чтобы мужчина вам позвонил? Что мешает услышать его голос? И почувствуйте это в собственном теле. Это может быть какой-то зажим, это может быть какая-то тяжесть, это может быть даже боль. И желательно с закрытыми глазками посмотрите, что это у вас в теле, на какой предмет, возможно, это похоже. Напишите потом в чате, что за предмет вы увидели, что же вам мешает с вашим мужчиной встретиться, поговорить. Что же это за предмет такой? И когда вы рассмотрели, увидели данный предмет, спросите, а чей он? Чей это, он этот предмет? Да, то, что вы увидели. Вы можете увидеть все, что угодно. Ничему не удивляйтесь. И спросите, да, чей это предмет? Чей он? Может быть, кто-то должен появиться в ваших мыслях. Это может быть папа, мама, это может быть кто-то из родственников, знакомых. И когда человек появится, то отдайте ему этот предмет с благодарностью. Скажите, что он вам больше не нужен. Посмотрите, может быть, у этого человека, который появился, есть в руках или в карманах что-то ваше. Если ничего нет, отпустите человека с благодарностью. Если есть, заберите то, что есть. Есть у этого человека. Ну как заберите? Попросите отдать. Если это ваше, что-то у него в руках или в карманах. И после того, как вы человека отпустили, вы можете несколько раз еще проходить эту технику. Может быть, вам мешает что-то еще увидеться или поговорить с вашим мужчиной. Ну, а если ничего не мешает, тогда смотрим, хочет ли мужчина с вами поговорить и позвонить вам прямо через 3 минуты. Девочки, тяжесть у него на душе, у вашего мужчины. Да, но он хочет. Смотрите, кольцо фортуны даже напоминает, ну, не современный телефон, да, а телефон прошлого поколения, да, то есть такой диск телефонный. Вот, и мужчина как бы уже набирает ваш номер телефона. Да, он готов, хотя у него на душе тяжесть. Но, тем не менее, да, вот она встреча. Так что через 3 минуты пишите обязательно в комментариях, кому уже позвонил. Ваш мужчина однозначно позвонит вам или напишет. Пишите в комментариях то, что вы увидели. И пишите обязательно то, что... Что за человек был и через сколько ваш мужчина вам позвонил или написал. Для детального рассмотрения конкретно вашей ситуации пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру и регистрируйтесь на супермастер-класс шоу Таро. Ссылочка внизу.